Це спецпроект каналу ОТБ «Слов'янськ рік по тому». Лише розповіді очевидців тих страшних днів. Про Слов'янськ уся країна заговорила 12 квітня 2014 року, коли його колишній міський голова Неля Штепа відкрила терористам-сепаратистам двері міста, а кілька тисяч жителів, які зібралися біля міськвідділу міліції, висловили солідарність із загарбниками. Саме у Слов'янську в той час жорстоко закатували депутата міськради Горлівки Володимира Рибака, який не дозволив паплюжити український прапор, і студента Київської політехніки Юрія Поправка. Так місто стало гарячою точкою, а його жителі почали виїжджати туди, де не стріляють. Розповіді очевидців тих страшних днів. Первые бои, которые здесь проходили, я был здесь. Вот. Но потом мне пришлось отсюда выехать. Тут становилось вообще небезопасно. И мы выехали в город, в Сланец. Сам это город Семеновка. Мы выехали в город. И там еще были до 10 числа, до 10 июня. Вот. Мы были там. Там тоже уже начало прилетать уже и центры города, и поэтому потом уехали вообще со Славянска. Первое впечатление, шок, конечно, был. Я думал, все, уже конец, уже ну, такой обстрел, думаю, ну куда дальше, все, уже сейчас напугали всех, все разбегутся. Думал, все, уже все закончилось. Залетел гранатомет в гараж, у меня разорвался в гараже. Так, окна постреляли с автоматов. Вот, ну, более-менее так было. Здесь по площадке в горшках пули находил. БТР вот здесь перевернулся напротив. Здесь Национальная гвардия ехала на БТРах с одной стороны. И тут начинается резко, просто оно так резко началось. Мы на пол и сразу там где-то в помещении, на середине, где окон нет, и туда. И полчаса, стены трясутся, заправка взорвалась в тот день. Вот так. Я думал сначала, у меня машина взорвалась, потому что оно такое ощущение, как на духа, как рвануло, аж уши закладывало. Баллон газовый рванул. Я сначала долго, уже закончился бой, полчаса, ну, тишина гробовая. Ну, страшно выходить, все равно мало. Я сначала высунулся, слышу еще где-то раз, там постреливает, я назад. Еще полчаса посидели, смотрю, уже слышу, соседи начали выходить. И мы вышли, я жену сразу говорю, давай. Мы в машину прыгнули и уехали. Ехали туда, в середину Семеновки, туда дальше. Ну, это же трасса, туда дальше поселок пошел, там боев не было. Вот, и час-два, я думаю, надо же вернуться, посмотреть, что здесь. Ну, вернулись. Вот. Потом вечером мы с женой вернулись, ночевали здесь, потом еще где-то неделю жили мы здесь. А потом через неделю накануне этих событий опять тоже ночью, это часов 5 утра началось, даже наверное раньше, все в 4. Слышу опять стрельба где-то доносится, ну непонятно где, я на улицу не выходил, стрельба такие, видно, с гранатометов тяжелые били. Вот. И потом на утро я выхожу, ползут. Ползут вот здесь. Я спрашиваю, мужики, что нам надо уходить. Да. На лесдома я так смотрю, на блокпостах стоят люди. Ну, хрен его знает. Я особо с ними не общался, проезжаю. Паспорт посмотрели, езжай дальше. Все. Здесь, что в доме. Я общался с, грубо говоря, с одним человеком. Остальными я не общался. То я пришел, говорю, дайте хоть паспорт забрать. Пытались вывозить отсюда, что потом уже попозже. Я договорился с ними, говорю, дайте хоть вывезти что-то отсюда. Думаю, начал вывозить, у меня бусик постреляли вот здесь в посадке. После этого мы уже сюда не ездили, ничего не забирали, оно практически все здесь осталось. То мы уже ездили, уже минометные обстрелы были тут уже. Вот эти разрушения основные, скорее всего, почему я так считаю, потому что мы были на Черевковке в это время и отработал самолет авиация, как будто оно видно хорошо по Семеновке. И мне буквально через 2 часа звонит сосед, говорит, у тебя дом горит, горела вот эта пристройка.
А потом, буквально через день, мы просто были там в Семеновке, говорит, видно, что горит. А потом пришли, говорит, вот я помню, она обрушилась. Ну, скорее всего, это авиация отработала. Вот, а так по воронах очень много, наверное, десятка два по территории. Славянские ополченцы пришли, так называемые 12 апреля, они захватили городской отдел милиции, а школу они заняли 15 мая. Ну и 15 апреля, извиняюсь, 15 апреля они заняли школу. Я уже ушел с работы, где-то это около 5 вечера они мне позвонили домой, что мы занимаем вашу школу. Приехал сюда я на машине сразу, буквально через полчаса, уговаривал, упрашивал о том, чтобы они не делали этого, школу оставили в покое. Ну, меня слушать никто не захотел, попросили уйти, пока живой. Они здесь устроили казарму, у них был лазарет, мне приходилось часто бывать в школе. Ну, пока обстрелов не было таких существенных, что я мог проезжать сюда в школу. Здесь был лазарет и казарма, и укрепленный пункт. Школа, разрушение по школе, 4 попадания по крыше. Из 1400 квадратных метров ни одного квадратного метра целого не осталось. Все было побито или разворочено снарядами, или побито осколками. Территория двора была перекопана окопами, блиндажи, 3 блиндажа на территории школьного двора было. Попилены практически все деревья для перекрытия блиндажей и для приготовления пищи на территории двора. Школьная библиотека была практически вся уничтожена. Для того, чтобы готовить пищу, использовали литературу и учебники, и художественную литературу, программную литературу. Били мебель для того, чтобы готовить, тоже использовать на дрова. Много очень было растащено по постам школьной мебели, которая была там разбита. Я находился в Славянске, сюда я мог приезжать. Последний раз я был здесь 2 июня. После 2 июня начались очень сильные обстрелы. Несколько раз я пытался проехать, но автобусы не ходили. А на своей машине меня возвращали назад и не давали возможность проехать. И потом я пришел сюда. 7 июля смог попасть. 5 июля ушли из города ополченцы. 5 днем меня не пропустили саперы, 6 днем меня не пропустили саперы, и 7 числа я окольными путями пробрался в школу. Восстанавливал школу Ощадбанк пышный Андрей Григорьевич, я его встретил 7 числа, как раз вот на площади ехал со школы, подошел к нему, не мог сразу ответить мне, а потом за следующий день меня разыскали по телефону, что подходил такой, и он взялся за восстановление школы. Волонтеры из Западной Украины приезжали, из Киева приезжали, и местные здесь приезжали, и родители приходили, помогали. Фонд Ярослава Мудрого, Валентина Васильевна Стрельченко, она помогла приобрести мебель, оборудование для школы. Спасибо огромное и одним спонсорам, и вторым. Школа восстановлена за 6 недель. Очень, очень быстро, очень качественно. Я не верил в то, что школа будет восстановлена к 1 сентября. Ну, как начиналось? У меня жена умерла уже 3 года, 4 год будет. Ну, у меня 2 мая день рождения. Ну, я думаю, пойду туда, на кладбище. Иду туда, смотрю, солдаты стоят. Ну, еще с ними поздоровался, а мне говорят, иди домой быстрее. Это было 2. Я зашел еще бутылочку пива взял, думаю, день рождения у меня. И булка хлеба, говорит, хлеб старый. Ну, говорю, пойдет. И пришел, и началось. Це спецпроект каналу ОТБ «Слов'янськ. Рік по тому». Лише розповіді очевидців тих страшних днів. Жена вначале перевезла мене після 2 інсультів в поселок Николаевку. Мы там пробыли 3 недели, и быстро-быстро наша хозяйка, а ее любимая самая-самая-самая подруга что-то стала собираться, говорит, я поеду к мужу, он там в Ростовской области, и... А Оля говорит, что-то неспроста хозяйка отдает и ключи, и двухкомнатную квартиру, вы тут живете, и все остальное.
Тобто ми виїхали буквально за день крупної бомбіжки. Ми блокпости проїжджали Артемовськ, Горловку, Донецьке, мене несколько раз останавливали з бородою і все остальное, я там пред'являв, там, і, то есть, я був ніякий. Родительський дом жени згорів повністю. Здесь, де ви живете? Да, по Ординановской. А вторую, благодаря нашим сусідам, все, вони розбросали шифер, було попадання, возгорання, і вони все, що могли, затушили і все остальное. Ну, я тільки за те, щоб ми жили в мирі, в дружбі. І для мене всі люди. Всі люди. От ви приїхали з Харкова, а ми Семеновські. От ви зараз бачите все. Я думаю, що за какое-то время это как-то восстановит, как-то нас сплотит. Да, люди очень большом живут в страхе. Если пойдут на то, что на перемирие все, есть две версии. Те говорят, мы отводим, то есть на топ-то наши, а другие говорят, а те там что-то как-то. Как можно проверить? Вы больше встречаетесь с людьми, то есть ездите, корреспонденция, все остальное. Моя задача – людям помогать, людям спасать и на то, что я учился, на то, что я могу делать. Я і ділаю свою. Троє суток з 1 по 3 июля ми з жіною в підвалі були. Тут великий підвал, і ми тут сиділи. Все це время, троє суток. З сусіднього підвалу вийшла жінка і почала кричати, що Іван, виходи, там вас нету вдома. Ну, у мене була легка контузія. Я, поки, будемо так говорити, прийшов в себе, я підійшов до дому. Значить, второго этажа і криші в домі не було. Це було як би лесенкою. Ну, і там, значить, на второму этажі проживала сім'я з двома дітьми. Двоє дітей. Мальчик і дівчинка. От їхній отець цих дітей брав за руки і опускал. На земле стояли два мужчины. Ловили. Лестница подъезда была разрушена. Не было возможности выйти? Не было. Ну, какая возможность? Если там даже подхода до дверей не было. Вот две квартиры, первый этаж, там все было завалено, и лестницы не было. И чтобы спасти свою жизнь со второго этажа, кидали детвору. Жилья у нас своего нету. А где вы сейчас живете? Ну, сейчас мы снимаем квартиру по найму. У нас 5 мая ударилась сильная техника. Вот, очень тяжелая такое была. Вот тяжелая. Кстати, вот сейчас. Тяжелое было оружие. Вот. Мы были во дворе с семьей. Ну, каждый занимался своим делом. Детки были на улице гуляли, как раз получается. На площадке детки гуляли, ударила техника. Естественно, конечно, мы побежали в подвал. И с этого времени у нас началась война. Какие воспоминания, вот, когда целый с утра начинается у нас бомбежка, и идет обстрел по блокпостам, по всем этим, во все стороны стрельба была. Начинаешь прятаться. Мы выехали, получается, 21 мая. Почему выехали? Потому что, во-первых, я была в положении. У меня уже был 9 месяц беременности. Меня эвакуировали в Макеевку. Мне позвонили и сказали из Донецка, что Наталья Ильинична, готовьтесь, вас будут эвакуировать. Было, конечно, очень страшно. Под обстрелами мы выезжали. Выезжали под мощными обстрелами. Очень сильно у нас вообще вот получилось потрясение. Это мой меньший сынок Алеша. Ему 7 лет. Когда уже ударили, очень сильно стали бить минометами, нас вообще не выпускали в город, мы не выезжали. С этим у нас были очень большие проблемы. Погибло здесь 4 человека. На вашей улице, да? Есть. Там во время войны. У нас возле магазина, да, по-моему? Да. Да, вот этот осколок, арендатор, по-моему, да, у нас? Арендатор, да. Когда вот это вот начали наступать на Дебальцево, были грохоты очень сильные, очень. Я вот даже когда выходила во двор, это насколько на 45 километров било так оружие, вот именно мощное, что даже вот ты стоишь, ты чувствуешь, что у тебя земля под ногой уходит. Вот было, вот, я не знаю, может я себе это, может быть я испугалась, может я себе представила, но это
Ну это явно, явно, ты слышишь. Вы же тоже слышали, правильно? Как оно вообще, Дебальцево очень сильно били. Ну Дебальцево, да, я вот тут слышал. Два месяца сидел, и вот я сижу во дворе, снаряды летят туда, снаряды туда летят. Вот этот взрыв, я стоял во дворе, когда взорвалась на крыше мина. Как гухнуло, я стою, не пойму ничего, думаю, что такое, провода подпрыгнули, не попали. А потом же на горы смотрю, в клубе дырка это. У нас, когда мы были в подвале, вот, когда мы все были всей семьей, вот трое деток и двое, мы очень испугались, мы думали, к нам в огород или в дом попала мина. Начало было страшно, когда начали блокпосты гореть шины. Дым пошел, все ухты, там, ну, и там очередями вот, самолеты. С автоматов стали. Потом перешли на более тяжелые, потом уже и вообще пушки. А потом пошли еще и самолеты. А потом еще и самолеты. Да, очень сильно волнует. Градов не было. Не было. Они только прошли и все. У нас в основном вот это била БТР техника. У нас били минометы. У нас потом били вот это вот, как их, крупнокалиберные вот это вот тоже такие тяжелые. Ну было слышно, да, пушка такая, да, было очень слышно. Вот. И в основном автоматные очереди. Це спецпроект каналу ОТБ «Слов'янськ. Рік по тому». Лише факти та коментарі очевидців тих страшних днів. У нас є в Святогорську, в городі Святогорськ, в обласному, раді починенні, є реабілітаційний центр. Називається він «Смарагдове місто». И в этом центре дети отдыхают в течение года 3-4 раза. Должен каждый ребенок отдохнуть. И у нас есть график заезда. И вот 19 мая, в связи с тем, что начали здесь, так сказать, ситуация серьезная, мы детей вывезли в этот реабилитационный центр. И там они и были до 1 сентября, до 30 августа. Почему? Потому что мы должны были, значит, коллектив остался весь. Мы обычно, когда дети уезжали в июне, вот у нас уезжали на оздоровление, у нас там проходил день защиты детей, потом дети остались там целый месяц, они отдыхали. Мы в этот период должны были подготовить детский дом к учебному году. То есть мы здесь все красили, подкрашивали, ремонтировали, подклеивали, снимали все шторы, гардины, все это стиралось, покрывало, одеяло, матрасы, все это выбивалось. В общем, короче, готовили мы к 1 сентября. И так весь коллектив остался, кто в отпуск ушел, а все остальные занимались. У нас уже 30 числа, это 29 уже было, все блестело. Мы должны были забрать детей. Ну и где-то с 30 или с 1 на 2, с 30 на 1, кажется, начались усиленные, так сказать, боевые действия. И ночью мне позвонил сторож, не ночью, вечером, 9:30, что снаряд попал в веранду. У нас есть веранда, в каждой группе есть веранда, не отапливаем. Это веранда там для спорта, детям побегать, там во время плохой погоды они там гуляли у нас. Это было с 30 на 1 ночь. Потом усиленные боевые действия начались, продолжались дальше. Со 2 на 3 разбиты были спальни с той же стороны. Ну и 3 дня мы не могли войти, город был закрыт, мы не въезжали, не могли войти в этот город, потому что я живу за городом. И 7 числа, когда сюда приехала, я, конечно, была в шоке. Весь двор, все здание было покрыто стеклом, металлом, пластиком, потому что на территории было 30 воронок. То есть все спортивное оборудование, которое было на территории с той стороны, все было разбито. Павильоны разбиты, крыши сняты, от взрывной волны повылетали даже там, где корпуса целые. Вылетели окна и пластиковые, из деревянных повылетали стекла, естественно. Вся крыша с той стороны, где часть здания разбита, вся крыша была где побита, где вообще полностью снята практически. А где была вся в осколках, ну как звездное небо. Ну и начали думать, что делать с детским домом. Начальник приехал к нам, посмотрел и говорит, ну что, денег в Украине нет. Так что не ждите, никто вам ничего не даст. Ищите спонсоров, ищите благотворителей. Если они вам помогут, значит, детский дом будет существовать, будет работать, ну, в общем, будет все нормально. Единственный, кто откликнулся сам,
мы даже не ожидали, честно говоря, это Харьковский футбольный клуб «Металлист». Они позвонили нам и сказали, что мы хотим сразу сказать помощь. Я говорю, конечно, спасибо большое, потому что это большая редкость, что кто-то так помогал просто так. Обычно ходишь, просишь, уговариваешь, рассказываешь, как это важно. И приехал буквально через 3 дня, приехал зам генерального директора, приехал, у них есть люди, которые занимаются строительством, ремонтами. Ну, приехала целая бригада, человек 6 или 7, посмотрели все, вызвали сразу по окнам людей, заказали экипаж, у вас есть такой. Они, значит, приехали оттуда, заказали все это, так сказать, по размеру, они нам ставили около 50 окон. Вот полностью корпус, который целый, крышу полностью заменили, и полностью вставили. Они хотели бы и дальше работать. Они сказали, что мы вам весь детский дом поможем привести в порядок. Но я просто знаю, что у них сейчас свои проблемы там. Поэтому большой им привет, большое спасибо. Очень большое спасибо их компании и футбольному клубу. Я желаю им процветания, чтобы у них все дела, так сказать, улучшились, и чтобы они побеждали. Когда начались сильные боевые действия, уже где-то с 1 числа, конечно, бежал только домой. Кто мог, убегал, уезжал. Поэтому здесь последний сотрудник был 1 числа и 2. Все, больше 3, 4, 5, 6 здесь никого не было. То есть заходи, потому что был разбит тот корпус, вход в детский дом свободный. Поэтому кто хотел, тот и гулял. На сегодняшний день наш облсовет издал приказ о ликвидации детского дома. Он им не нужен, понимаете? Никаких решений не принято, что же здесь будет, потому что по закону Украины о дошкольном образовании здесь должно быть только детское учреждение. Сейчас идет судебное разбирательство. Мы требуем все-таки детский дом, так сказать, восстановить и дать ему жизнь. Начинали нас бомбить 5 мая. Неожиданно так, мы так были испуганы, конечно, бомбили 2 часа без остановки нас, что люди, которые, я послевоенный ребенок, а люди, которые прошли войну, говорили, что все видели. Ну, такого вот, что 2 часа бомбили, бомбят автоматные очереди, бомбят автоматные, взрывались у нас тут, и заправка взорвалась у нас, осколки возле метелица была заправка газовая и бензин. Так как взорвалось, осколки у нас бака в огороде валялись. Мы, конечно, все спрятались в подвал, сидели в подвале. Это так, я же говорю, было неожиданно, никто не ожидал. Никто не ожидал. Но потом, когда бомбежка закончилась, все люди повыходили и пошли смотреть, что ж, может, где-то убитые. Убили женщину тогда у нас. В тот день как раз в машине ее убила, они на заправку подъехали. А заправщица руку оторвала в больнице, и женщина скончалась. А парень бежал, выскочил с машины, его в спину убила. И потом началось каждый день и по часам. Утром в 6 вечера до 12 и 4 утра. И вот это мы то в подвал, то с подвала. Бомбят, вот в подвале соседи с нами сидели. Мы сидели, и вы знаете, когда уже начали бомбить так, что мы сидим, у нас подвал очень глубокий, хороший, а у нас под ногами дрожит земля. Это было уже очень страшно. Перестанут бомбить, мы повылазим, у меня ноги больные, я же мужу тогда плачу, говорю, Саша, еще раз в подвал слезу, я уже не вылезу. Ну, и мы потом выехали на Смольную. У нас там друзья есть на Смольной. Мы туда выехали. А дочку ранила 19 мая. Мы вышли, как раз бомбежка закончилась. И соседи, давайте выйдем, потому что в подвале холодно. Вышли и сидели возле подвала, чтобы быстрее в подвал спуститься. А в этот вот мастерскую сюда попал снаряд. И осколки пошли как раз... все на наш двор. Где-то, наверное, 29 мая я уехала с внуком в Харьков, а потом дочку с больницы выписали, и она приехала. А позже, где-то в первых числах июня, муж приехал. Мы жили там в общежитии, у нас внучка в университете, Докучаевском учится.
И нам администрация выделила комнату, мы жили там. Потом муж уехал с внуком, с внучкиным мужем. На заработки в Подмосковье уехали, чтобы заработать, чтобы нам дом. Потому что уже видели, что мы тогда уже, когда уходили с дома, у нас окна были побиты, мы клеили их скотчем. Да. А потом уже, когда снаряд попал в дом, у нас вот этих окон вообще не было. А эти держались вот на скотче, потому что дырки были. У нас это все тут побито было. Это спасибо верующим и восточному ангелу. Они восстанавливали вон напротив дом, восстанавливали, а мы их кормили. Вот это они спасибо нам опустили потолки, из гипсокартона сделали, и вот это пошпаклевали. А сами мы вот это, мы только смогли сделать крышу и окна поставили. Все, у нас денег делали. Дочка вернулась в конце августа, потому что внуку с сентября на занятия надо. А я ждала мужа, пока он приедет оттуда, и помогала внучке, правнучку найти. В октябре они приехали, мы сразу сюда приехали и начали восстанавливать дом. Потолок, конечно, весь обсыпался, то, что шифера не было, и дожди шли как раз. Ну, дочка приходила, тут у людей тоже жила, наводила понемножку хоть порядки, хоть глину выносили, которая осыпалась. Вещи, конечно, поизуродовали. Дом обокрали. Весь народ хочет мира. Я же говорю, я согласна пить воду, есть хлеб. Ну только что больше не стреляли. Я же дочке, я говорю, дочечка, если начну опять стрелять, я уже никуда не поеду. Я же буду здесь. И что будет, то и будет. Мы боимся. Это мы каждый день чего-то ждем. Мы ложимся спать, благодарим Бога, что мы прожили. Встаем, благодарим Бога, что нам дал поспать. И ждем, и каждый день мы чего-то ждем. Как посмотрим, сколько идет техники, то хорошая, наверное, сынок, ничего не будет. Нас и так уже, я же говорю, так ущемили, так уже, я же говорю, что можно, как можно прожить? Вот нам нужно восстанавливать дом. Я же говорю, у нас всегда чисто было, всегда порядок такой был. Я говорю, дочки, спасибо, люди пошпаклевали. А мы бы этого не сделали, потому что я уже третий месяц пенсию не получаю. Мы пенсию на Харьков переводили, с ноября не можем добиться, чтобы нам ее сюда перевели. Муж ездил, свою получал, а дочка тоже после ранения, она нигде не работает, у нее головные боли сильные. И вот так вот выживаем. Внучок учится, и внучечка учится, и хочется и им чем-то помочь, а чем помочь? Ну как-то немножечко ущемляем, хоть копейками какими-то, но помогаем. Потому что без помощи сейчас прожить нельзя. Я же говорю, спасибо верующим, дай Бог им здоровья, и не нашим, и нашим верующим, и которые за границей помогают, помогают всему народу нашему, это верующие люди, как говорится, которые от себя отрывают, а нам помогают. Также нам давали здесь, как дочка приехала, и гуманитарку давали, продукты давали, и там одеяло давали, вещи давали. Спасибо всем этим людям, которые откликнулись на нашу беду и нас не оставили. К нам и в Харькове отнеслись хорошо люди. Приняли, я же говорю. И тоже там приходили, помогали. Хочется мира. Мира, сынок, хочется. Может, все-таки наше правительство одумается и в самом деле решит, что нужен мир. Чтобы люди ходили на работу, дети ходили в школу. Матеря радовались своим деткам. А так я же говорю, очень тяжело. Очень тяжело. Дай Бог, чтобы это все закончилось. Но я думаю, Господь все-таки пожалеет нас и прекратит никому не нужно войну. Сьогодні жителі Слов'янська потребують морального очищення. Бо спосіб життя і мислення у жителів залишається складним. І з ним дуже важко існувати і розвиватися. Як же діяти? Що робити, щоб позбутися страшних наслідків війни, які вплинули на кожного? Мало заявляти з трибуни, що Україна єдина, що в країні не буде федералізації. Як повітря, потрібен діалог. Нині переважна більшість слов'янців за Україну і проти так званої ДНР. Багато з них зрозуміли, що їх банально обдурили.
обіцяючи після референдуму рай земний. Вони не одержали ні високих заробітних плат, ні пенсій. Замість цього прийшла війна. Нині, через рік після звільнення, Україна робить усе для відновлення мирного життя. І сподіваємося, що діалогу буде.